Все. Так. Использовать. А вот, ну вот, какие вещи вот могут выпасть? Любые Ну из-за вот, списка. смотри, начиная АК-47 каратель, это уже дорогая? Картель, да. Самый дорогой сейчас это МК, АВП, Галил я смотрел. Но вот этот вот окупится, например. Да. А покойник П-250. Не знаю. О, да, покупится. Вот я хочу, чтобы вот это... Ну ладно, давай. Нож. Смотрим, смотрим. Давай, 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 Щелкунчик! Сколько он стоит? Он овер до хера стоит. Подожди, у тебя после полевых. Офигеть! Он овер до хера Закален стоит. в боях. Выглядит так, как будто... Капец. А он сколько стоит примерно? Он там рублей 500 минимум. Ой, говно, стоит А, 200. Ну, окупился. окупил. Блин, можешь продать? Продали? Сейчас вот так сделаем. Стоит, ну, 3, а, нет, 317. Ну, нормально. Окупил. Окупил по натуре, давай. 300, ой, 316, да, например? Поставь. Принимать условия, принять условия и продать. Испытали адреналин. Золотую, ой, красную шмотку выбил. С первого раза, ну, со второго. Ну, я тот просто по глупости сделал вообще. Сейчас я посмотрю. Так, 108 рублей у меня пока есть нужно, чтобы пришло, пришло. Сейчас придет, придет, придет. Так. Главное, чтобы синее дерьмо не выпало. А, есть синие дорогие вещи. Да? Статрековские. Сейчас, пока мисс не приходит. Что-то долговато продается вещи через CSGO. Я вот думал остановиться на синий и повезло. Вообще капец. Что Щелку. такое контракт обмена вообще? Запихиваешь туда говно шмотки и можешь сделать нормально какой-нибудь. О, а вот эти можно вот убрать? Это стандартное. Нафиг мне вот это дерьмо нужен. Нет, вот О. это сколько цена. Не знаю, я не играл почти. Сейчас, погоди-ка. 108 рублей, может чуть-чуть понизить? Походу кто-то в курсах цену понижает, чтобы... Что, не надо было снимать лосс, надо было посмотреть цену. Я видел, подожди, подожди, сейчас. Сделаю. Вот, 315 уже сделали, козлы. 312 поставь и хватит. 313, давай. Пускай. Ну, окупился. Заходи на торговую площадку теперь. Сейчас. И ждем. Нажимай на свою вещицу. Сейчас. Что-то у меня... Крестик там справа нажми. А, Сейчас. все. Нажимай свою вещицу на название. Я первый или нет, интересно? Спускай в самый низ. Да, сейчас будешь первым. Да. Что-то долговато. 317. А она Ой, сейчас а выкладывается. Астри, если вот он был бы прямо с завода, он бы очень много стоил. Посмотри. А закаленная в боях это самая бичевская, да? Да. То есть как идет? Прямо с завода, потом немного поношенная, после полевых, поношенная, закаленная в боях. А он просто краска, да, бичевская? Нет. Чем отличается? Есть он пошарканный очень. Ну да, какие-то вот, ну вот, штуки есть. Сейчас. Ну что-то долговато, ну-ка, сейчас надо опять чекнуть. Скопируй название и вставь. Смотри, уже 299 сделали, козел. Не понижай. Да, не надо понижать. Походу у него сейчас купят, а потом у меня купят. Да. Ну подождем, пока мы... Ладно. Так, просмотреть на торговой площадке. Опять это дерьмецо купим сейчас. И мне фотошит керамид. И ты сразу такой. Не, просто знаешь, ты тогда Просто молчал в этот момент. разбогатеешь тогда. А сколько он примерно стоит? Нафига, если прямо с завода. Со скином есть. Открыть. Все. Начинается.
Готов? Ждать. Смотри, так, синяя шмотка, смотри, синяя шмотка. Читаем молитву. Какие молитвы есть? О, Господи, благослови меня. Да свети нас, Святая Богородица. Дай нам честь, чтобы нам не грязный МАК-10 Малахит выпал, а, например, М4А4 Король Драконов. Он тут 4 косаря стоит. Давай. Синяя шмотка, блокировка. Дерьмо! Нифига у меня интуиция. Сколько такое дерьмо стоит? Мало. Рублей 20, может. Это хорошо. Да, качество нормально. Поношено. Как я угадал, что блокировка? Чисто ни о чем. Такое говно вообще. Просто кал. Как я угадал? 20 рублей, да этот кал вообще стоит 6 как рублей. Это... По-моему, даже дешевле, нет, чуть дороже Нигима, почва. Статтер, продаем это дерьмо, продаем. Прямо с завода. Так. Пипец, ну если мне и сейчас не повезет, я тогда охренею просто. Блокировка. Я эту блокировку шатал и шатал, просто по КД. Ну давай ты быстрее уже. Все. Пипец. Я просто трачу сейчас мани просто так, хотя мне нечего терять. Нечего говоришь. Все, молитву будем произносить или нет? Не, нафиг, давай так. Без молитвы. Но... Черту это все. Нож, пожалуйста. Да. Прямо с завода, что ли? Ебать! Как? Третий! Да ну нафиг, у меня я сейчас... Я с тобой больше не общаюсь, все. А у меня сейчас сердце выскочит. Иди нафиг, я с тобой больше не общаюсь, все. Прямо с завода. Просто надо посмотреть. От 7000. Это просто обосраться можно. И это, знаете, в чем прикол? Это в том, что я сказал, да давайте без молитв. Это просто можно офигеть. Ё-моё. Нож. А он очень, ну он хороший, по идее. Подари! Я в КС играю. Офигеть он, конечно, выглядит. Чё, нож с лезвием... А это, ну, нож с лезвием крюком, но это хорошая, типа, тип такой вот. Ну, не очень популярный, самый популярный, конечно, керамбит и охотничий. Ну, не, ну 7000 нож. Он, ну, вообще с ним ходят некоторые. 7 косарей. 10. Нет, смотри, а он, ну, это он 7000, это прям самая маленькая, да? Ага. Ну, я вижу, его тут продавали и за 10. Сейчас за 7 придут вообще. А смотри, а почему цена повысилась? Повышалась иногда. Продан один, видишь. Офигеть можно, просто офигеть. Да ну и нафиг, я сейчас могу такую купить себе. Ну это вообще, конечно, экстравагантно. Ладно. Все, если вы хотите смотреть типа таких видео. Блять! То. Говорю сразу, вот мы с Корнеем сидели, и, ну, до того, как я вам позвоню, я открыл один, ну, один сундук. Ну, кейс, точнее. Там выпало Save It Off за. Что-то. Блин. За 20, за 40 рублей. За 40 рублей. Ну такой, ну не очень. Ну, по виду такой бичевский. Но я его продал. Первый раз. Ой, второй раз. Я уже Корнею позвонил, мне выпал Джалил Ар, да, как-то так. Калил Щелкунчик. Да, Щелкунчик. Он стоил 200 с чем-то там. 300 рублей. А, 280. 300, ты продал их за 300.
Ну, за 305, ну, дали мне этот. В третий раз выпал бичевский за 5 рублей. И я чисто не пожалел времени. И просто из стрима, у меня еще и подписчик есть, выпал нож с первого кейса. Ну, это, конечно, вообще... Ну, то, что прямо с завода, это вообще, ну, офигеть можно просто. Такие дела.